Здравствуйте. С наступающим, Павел Павлович. У нас традиционно там Нижегородский Оскар наш. Скажите, а вы можете отчислить о том, что за награды? Большая группа нижегородцев сегодня получила государственные награды, которыми наградил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Представлены все сферы и реального сектора экономики, производственной сферы, и те, кто трудится в социальной сфере. Приятно, что сегодня много наших лучших спортсменов, мастеров спорта международного класса, представляющих наш спорт высших достижений. Потому что задача у нас и уровень, и качество жизни людей поднять, и в то же время вырастить здоровые, хорошо образованные, духовно богатые поколения. Поэтому эти люди, они либо в течение всей своей трудовой биографии сделали много хорошего, либо какой-то рекорд установили, победы какой-то добились. И, безусловно, это наши маяки, это наши звезды, потому что если каждый будет трудиться на своем рабочем месте с хорошей отдачей, производительно, самоотверженно, целеустремленно, то тогда мы справимся с теми вызовами, которые у нас, безусловно, будут и в 2015 году. И я рад, что область наша развивается благодаря труду людей. И мы дальше будем продолжать эту работу, создавать все условия для очень интенсивного производительного труда. Также ставим задачи еще более 10 тысяч новых рабочих мест высокопроизводительных создать в 2015 году. Работают все, работает инвестиционный совет, а главное, что работают люди. И я поэтому поздравил их и с наградами, и с наступающим Новым годом. И всех нижегородцев поздравляю. Всего вам самого доброго. Счастья, здоровья, успехов. Спасибо большое.